Всем привет! Меня зовут Алексей. Ребят, я призываю, вот серьезно, от души. Вы мне прям в натуре братья. Вы придите в себя, бросайте оружие, бросайте, просто бросайте оружие, и вы останетесь живы. Вас никто долбить не будет. Если вы не бросите оружие, это 100% вы просто трупаками уедете оттуда. Поверьте мне, я прошел войну. Не надо вот этого. Просто не надо. Хочу обратиться к этому пидору. Я извиняюсь за выражение, конечно. Клоуну к этому. Выйди лучше сам. Тебя найдут все равно в любом случае. Поверь мне, тебя найдут. Но если ты сейчас сдашься, ты спасешь свой народ. Но если нет, тебе просто пиздец. Тебя распнут, как, я не знаю, как чепушилу какого-то. Я не понимаю, просто у меня других слов нет. Ребята, просто вот серьезно, сдавайте оружие. На этих просто не обращайте внимания. Гасите их, вас же больше. Да, там у вас есть внедренные, гасите их. У вас батальон, блядь, их там всего, блядь, 50-20 человек. Там я не знаю, сколько их там человек у вас. Неужели вы их не затопчете? Я не знаю, смотрите сами, конечно, вам жить. Вам и вашим детям, вашим матерям, вашим бабушкам, дедушкам. Просто чем дальше это заходит, тем будет хуже. Поверьте мне, я эту хрень прошел. Думайте. Ну, вот мое пожелание вот такое, ребят. Давайте, думайте и складывайте оружие. Прям я вас умоляю, не гасите своих родных. Пускай они живут. Пускай они живут в добре, в согласии, в мире. Иначе будет дальше хуже. Это я вас уверяю точно.